вышел на рыбалку в прохладном мае. Половить хищника солнце согревает. Обкатаю мотор на моторной лодке. Лед стоит по берегу и чисто посередке. Водоемы, где нет течения кругом, сжаты льдом. А где малое течение с холодком, покрыто все хрустальным литком. Поутру температура до минус 10, а рыбку сегодня необходимо найти. К обеду солнышко греет плюс 5. Вот и настроение поднялось опять. Вода на реке прозрачная, чистая, с плотины не спускают, пока не грязная. В 2 сантиметра хрустящий ледок. Хорошо оделся. Ощущаю холодок. Май.